Различные свободы, в том числе и в образовании, заставили родителей по-новому взглянуть на процесс обучения своих детей. К платному среднему образованию у нас придут только тогда, когда по-настоящему начнет шириться и крепнуть благосостояние всех советских людей. Пока нам это явно не грозит. Поэтому большинство семей пользуются услугами общеобразовательных школ без отдельной платы за обучение. Но среди них есть родители, считающие ежедневный поход в школу своего потомства слишком большим подарком отечественной педагогике. Поэтому они, а также их дети, выбирают форму экстерната. Лицо, которое желает учиться на экстернате, может получать семейное образование, самообразование или, например, образование за рубежом. Система уже отработана и становится все более популярной. Но если раньше о качестве советского школьного образования говорили либо хорошо, либо ничего, а экстернат мотивировали либо семейными обстоятельствами, либо супергениальностью ребенка, которому просто тесно в рамках школьной программы, то теперь семейное образование выбирают именно по причине недоверия к массовому обучению. Считаю, что ребенок дома получит более качественное образование. Это одна из причин. Вторая причина – здоровье детей. Вот, особенно психологического плана. Ребенок не адаптируется в массовой школе. Последний всероссийский документ «Положение об экстернате» дает еще большие свободы. Раньше в Петрозаводске была только одна школа, шестая, в которой экстерны проходили текущую и итоговую аттестацию. Согласно положению, отныне все это можно пройти в любой школе, которую выбрал сам ребенок. Кстати, не только ребенок, но и взрослый. Сегодня часто учащиеся не доходят до конца школьного курса. Причина – пробелы в воспитании, личное нежелание и бедность. Возможность экстерна в любой школе, прошедшей госаккредитацию, позволяет закончить среднее образование даже после большого перерыва. По сути, это та же вечерняя школа, но последняя есть далеко не везде, и садиться вечерами за парту сможет далеко не каждый. За минувший год в Карелии экстерном освоили общеобразовательную школу 41 школьник. По уровню знаний они нисколько не хуже тех, кто ежедневно ходит в школу. И за несколько лет такой практики ни один из экстернов не становился второгодником.